Второй вестибюль станции московского метрополитена «Марьина Роща» полностью готов к открытию. Об этом доложил Сергею Собянину, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Сергей Собянин отметил работу ОАО «Мосметрострой», силами которого строительство вестибюля удалось закончить за полтора года. «Марьина Роща» станет пересадочной станцией, которая войдет в новое кольцо метрополитена, третий пересадочный контур. Длина эскалаторного тоннеля – 104 метра. На объекте впервые при строительстве наклонного тоннеля был использован тоннелепроходческий механизированный комплекс. Раньше на станциях глубокого заложения эта работа осуществлялась только вручную. Новый вестибюль находится на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи, недалеко от театра «Сатирикон». По окончании работ территорию у входа в метро озеленили, обустроили пешеходные дорожки и установили столбы освещения.